Здравствуйте, это рубрика «Интервью». Меня зовут Наталья Чудина, и сегодня мы в гостях у Светланы Дмитриевой, ректора Хакасского института развития образования и повышения квалификации. Здравствуйте, Светлана Тихоновна. Сегодня в Хакасии школы переходят на новые федеральные образовательные стандарты. Что такое эти стандарты в образовании и чем это грозит нашим детям и их родителям? Новый стандарт, если говорить о стандарте, вообще это договор, общественный договор между государством, обществом и родителями. Государственный стандарт определяет цели образования и рисует портрет выпускника. Какой должен быть выпускник? Если мы говорим о предыдущих стандартах, которые были введены в 2004 году, то 10 лет, за 10 лет изменилось государство, изменилась социально-экономическая ситуация, изменился запрос общества. И поэтому вводится новый стандарт. Стандарт задает нам возможность изменять содержание учебного плана. Например, мы живем в Республике Хакасия. Мы изучаем историю своей страны. Но без истории республики невозможно сформировать своей родины, да, с развитым самосознанием. И поэтому в учебный план, например, вводятся конкретные темы, связанные с историей Хакасии. Или родители хотят, чтобы их ребенок стал физиком. И здесь они тоже могут влиять на формирование учебного плана. Появляются профильные классы от запроса педагогов, углубляется содержание образования именно по этим предметам и, соответственно, запрос. Ну, то есть вот стандарты в понимании обычного человека – это некие критерии оценки. Образовательные стандарты – это, я так полагаю, я так поняла, это определенный подход к самому процессу обучения. Не только. Если в целом мы говорим о стандарте, это цели, да, каких мы должны достичь. Это само содержание, какое мы должны дать. И это методы и приемы, с помощью которых мы должны довести до ребенка эти знания. Но при этом я хочу сказать, знание не сама цель. Без знаний невозможно жить. Но главное в стандарте – это сформировать личность человека. То есть личность ребенка, который станет ответственным гражданином своей родины. Ну а что изменится в школе с введением новых стандартов? Прежде всего, меняются методы приема работ. Раньше стандарты предполагали дачу знаний и проверку этих знаний. И эти знания могли быть усвоены или не усвоены, но при этом